вещи. Ну, «Невидимки» родились в 16 году. Мы с Пашей Пиперштейном придумали такой альманах, который будет печатать тексты, которым невозможно было появиться в жизни. Понимаешь, сумка, майка, кепка могут быть фейком. Это все по приколу. Но когда у тебя камни, стекляшки, это западло. Мы живем в очень непростой стране, где исторически связано тем, что текст не всегда может дойти до прилавка книжного магазина. У него бывают сложные и трагические судьбы. Наша задача – откопать эти судьбы, проявить эти судьбы и напечатать те тексты, которые сами не может пробиться на прилавке магазина. Фишка «Невидимок», что тебя обещают напечатать, но просто снова и снова обещают. А ты как дурак, да, конечно. Мы сегодня будем, вернее, не мы, а я. Ты. Буду читать неизвестное произведение Владимира Спектора. Не неизвестное, а недавно написанное. Ну, выписанная с любовью. Никто его еще до сих пор не слышал. И может лучше бы его никто и не услышал. Мы с тобой столько времени не трахаемся, что ты даже не знаешь, когда у меня месячные. Марина в очередной раз истерически фыркнула. Наверное, все-таки ориентировано на очень-очень узкий круг людей. Честно говоря, я не могу отнести себя к разряду таких людей. Да, но очень их уважаю и очень их понимаю. Они, как обычно, охуительные, да. Просто отлично. Я впервые побывала на мероприятии такого формата. Я сама интересуюсь литературой, я сама пишу, и для меня подобный опыт бесценен. Мне очень понравились чтения, как обычно. Сегодняшние чтения были очень домашние в связи с пандемией, очень уютные. И такое ощущение, что один текст переходил в другой. Была очень такая какая-то близость текстов, близость людей. Мне очень понравилось сегодня одно из лучших чтений. На чтениях? Каких чтениях? Нет, я пришел поужинать. Москвич Мэг. Москвич Мэг. Москвич Мэг. Москвич Мэг. Или Мак. Мак — это маг, который волшебный.